Netflix. No, Netflix. Jimbo hat zusammen mit Seed aka Ed Nice zusammen einen Song gemacht und viele haben diesen Song mir empfohlen. Und ich höre mir sehr gerne natürlich den Song an, zumal ich auch mit Seed Kontakt habe und ich freue mich auf diesen Song. Ich habe das letzte Album von Seed mir angehört und war ein super Album. Also keine Frage, war ein tolles Album. Mal gucken, was jetzt hier zusammen mit Jimbo raus geworden ist. Yeah. Баба. Заблудшие души мне машут забочины. На этой площади жду своей очереди. Майк. Окей, это не дрилбит. Это не дрилбит. Заблудшие души мне машут забочины. На этой... Заблудшие души мне машут забочины. На этой площади жду своей очереди. Майку пьяты под кожей, ведь они заточены прямо в груди. Во рту кипит ток, не смогу молчать. Нам важен итог, а не твоя печать. На ножах кровоток, и не думай рычать. Тебе пора выключать. Задом прямо рядом, садом поджигаю ладом. С микрофоном и травматом саду с моим братом в Кэдди Эльдорадо. Расту словно тень на закате, купюры летают, мне надо поймать их. Ярко сияю, но я аккуратен, на блоке как дома, я в одном халате. Пишу картины на бенду, зови меня молодой Рембрандт. Мы уличные легенды, по сути мы уже бессмертны. Никакой жалости к моим врагам, вижу как кореша сходят с ума. Отдаю душу богам, имя свою не отдам. 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 Стиль как наш живой, Джо выше, чем бой. Увеличивай чекпоинт. Сложил сначала двое, получил биткоин. Увеличил вес обоим плей. Бой, ты просто кролик, мертвый Генри Форд наводит фокус. О, das war schön, dieses Вес обоим плей. Бой, ты просто кролик, мертвый Генри Форд наводит фокус на Детройт. Биг Пигги, Соник Бой, но того не стоит. Ведь твой уровень тикрой. В каждый хук, как ебаный инвестор. Мои пацаны по всей стране успешно избегают ареста. Мой отец из мест небесно. Нож достался мне в наследство. Бог не простит, я не думаю о церкви, когда я говорю фреска. Ich finde, die Stimme von Seed passt sehr gut auf solche Beats. Das sind so mehr, also seine Stimme ist gemacht für solche Beats. Also das ist meine persönliche Meinung. После себя оставишь, тебя надули и теперь ты шаришь. Покиньте этот чарт на серьезный шаг, под гайка кайлиш. В моем сердце тысячи катан. Отдаю душу богам, имя свою не отдам. 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 Ich muss eins zugeben, ich finde, derzeit in Russland gibt es noch nicht den perfekten Drill-Rapper. Das ist so meine Meinung bis jetzt, ja. Kann sein, dass ich vielleicht irgendeinen Rapper noch nicht kennengelernt habe, der Drill in Russland macht, so. Aber ich finde, es gibt keinen richtigen Drill-Rapper in Russland. Aber ich würde sagen, in der Zukunft wird auf jeden Fall Drill mehr Popularität auch in Russland haben. Und ich glaube, da werden auch sehr gute Rapper sich entwickeln. Ist so meiner Meinung. Ich schieb Hass, wenn ich komm. Brüder am Limit mit 9er Milli, ab in den Store. Das alles hinter mir, Familie da.